Узнать любимых актеров поближе. Ульяновцев приглашают в актерский дом. Конечно, не выходя из дома собственного. Ульяновский драматический театр открывает серию трансляций авторской передачи заслуженного работника культуры России Натальи Никаноровой. С 1996 года телевизионный проект «Актерский дом» баловал поклонников театра эксклюзивными интервью, новостями, юмористическими и личными историями. Как вас дразнили в детстве? Опа! Говорили, серьезное интервью, сейчас, загибайте пальцы. Ну, у меня большие уши, поэтому. Ушан, ухан, ухи мои ухи, адмирал Ушаков, ушастый. Дальше, моя комплекция, меня называли жирный, тощий, худой, глиста, скафандре, томате. Передача раскрывала тайны манящего закулисья, развлекала театральными байками, говорила о высоких устремлениях и простых человеческих желаниях жителей театрального Олимпа. В новых условиях жизни драматический театр продолжает делиться воспоминаниями из архивов и приглашает присоединиться к просмотру актерского дома онлайн. Трансляции будут идти дважды в неделю, по средам и воскресеньям в 17:00 на сайте театра.